как я переливаю вино. Вот у меня такая пластмассовая трубочка. Заглушил я ее пробкой от шампанского. И вот здесь я сделал 2-4 отверстия. Просто насквозь сверлом. Вот в одну сторону и в обратную сторону. Получилось 2-4 отверстия. И вот я беру, когда опускаю на дно в бутыль. Вот такие вот у меня бутыли. Вот они. Вот. Вот такие вот бутыли. Я опускаю на дно. Она упирается в дно. Вот это вот. И уже только из дырочек поступает вино. То есть снизу вот этот весь осадок не может поступить. А он только с боков. И не засасывает эту муть. А потом остаток, который там остается на дне, я в какую-нибудь баночку 3-литровую, 2-литровую сливаю. Он отстаивается, ставлю в холодильник или, ну, где холодно сильно. В холодильник лучше всего. И он на дно все садится уже. И уже маленькой тоненькой трубочкой я уже сливаю. То есть этот осадок там тоже много. Но вот если по сравнению с таким бутылем большим, то есть вот где-то сантиметров 5-6 получается до дна, тут много вина еще остается. Поэтому я потом это вино сливаю в какую-нибудь банку, а потом обратно через шланг ее перегрою. Вот такая простая тема. Ничего сложного, вот, пожалуйста. И он берет вино только с боков. Вот он как раз у меня получается, этот бутыль. Вот, если посмотреть. Вот он у меня на дно садится. Это кеги из-под пива. Пластмассовые кеги. Очень удобные. А на долгое хранение уже переливаю в бутылки из-под шампанского. Вот такие бутылки переливаю. Вот они. Вот. Вот тут уже 15 литров я слил вишневого вина. Ну, чистейшее вино. Спасибо за просмотр.